Допустим, вы холостой человек, зарабатывающий 50 тысяч долларов в год. Давайте рассчитаем вашу фактическую зарплату после уплаты федеральных подоходных налогов. В следующем сюжете мы побеседуем о том, сколько вы можете отдать в виде подоходного налога штату, если живете в штате, где есть подоходные налоги. Первое, что мы обсудим, это наш доход, подлежащий налогообложению. Эти 50 тысяч, которые по вашему мнению являются вашей зарплатой. На самом деле представляют собой совокупный доход. А чтобы узнать ваш доход, подлежащий налогообложению, мы должны учитывать такие вещи, как необлагаемые суммы и вычеты. Я не собираюсь слишком углубляться в детали при рассмотрении этого вопроса. Предположим, вы обычный налогоплательщик и будете использовать стандартные вычеты. При этом вы не жертвуете большие суммы на благотворительность или, например, у вас нет ипотеки, вы не платите проценты или что-то еще, что можно подвести под вычет. Вы рассматриваете стандартные вычеты. Если вы физическое лицо, вы отвечаете только за себя. В таком случае у вас будет часть дохода, не облагаемая налогом. Если у вас есть супруга и дети, то сумма, не подлежащая налогообложению, увеличится. Ключевой момент вычетов и сумм, не подлежащих налогообложению, состоит в том, что вычеты делаются не из налогов. Они уменьшают сумму дохода, подлежащую налогообложению. Итак, ваш совокупный доход — 50 тысяч долларов. Мы отнимем стандартный вычет — 6100 долларов и еще 3900 долларов как индивидуальный вычет. И ваш доход, облагаемый налогом на федеральном уровне, будет равняться 50 тысяч минус эти вычеты, то есть сумма необлагаемая налогами 10 тысяч. Получается, что ваш доход, подлежащий налогообложению, составляет 40 тысяч долларов. Теперь, зная эту цифру, мы рассчитаем размер федерального подоходного налога, который вы заплатите. Вот здесь я записал некоторые действующие ставки федеральных налогов. Они меняются со временем, поэтому главное понять, как это работает. Они могут изменяться каждый год, и многие люди говорят. Понятно, сумма в 40 тысяч подпадает под эту категорию, а процентная ставка составляет 25%. Следовательно, сумма федерального подоходного налога составит 25% от 40 тысяч долларов. Но классы налогообложения работают не так. Схема такая. Вы платите 10% от первых 8925 долларов, затем 15% на прирастающую сумму до 36 250 долларов, а затем 25% на сумму свыше 36 250 долларов. Давайте посчитаем, сколько это будет. Мы заплатим 10% от первых 8 925 долларов. Итак, 8 925. Умножить на 10%. Затем 15% умножаем на следующую сумму прироста до 36 250. Этот прирост равняется 36 250 минус 8 925. Затем я плачу 25% на прирастающую сумму свыше 36 250. А наш облагаемый налогом доход равняется 40 тысячам долларов значит 40 тысяч минус 6250. Посмотрим. Я правильно набрал цифры? Да, кажется, все верно. И я получаю 5928 долларов и 75 центов. Округлю до 5929. Значит, наш ответ 5929. Это и есть федеральный подоходный налог. Я подпишу здесь федеральный подоходный налог. Мы пока еще не разобрались с федеральным уровнем. Вам также придется платить налог, часто называемый невзысканным налогом. Он взимается для федерального страхования, согласно федеральному закону о страховых взносах. Фактически это те деньги, которые вы платите на социальную страховку и медицинскую помощь. Это сокращение ⁇ раб ⁇ может означать и работника, и работодателя. Давайте разберемся. Это взнос работников в фонд социального страхования. По нему вы платите 6,2% за социальное страхование, 1,45% на медицину, и вы не получаете ни вычетов, ни льгот. Этот налог платится с изначальных 50 тысяч. Давайте посчитаем, сколько это будет. 50 тысяч умножить на 0,62 плюс вы заплатите 6,2% в фонд социального страхования. А потом еще один и 45% на медицинское страхование. Это все ваш взнос в фонд социального страхования. Получается 3825 долларов. Итак, 3825 долларов — это ваша сумма налоговых отчислений в фонд социального страхования. Это то, что касается ваших выплат. Но ваш работодатель также заплатит деньги. Эта сумма берется непосредственно из вашей зарплаты, Ваш работодатель заплатит еще 3825 долларов, и этих денег вы никогда не увидите. Это сумма половины налогов в фонд социального страхования, которую получит правительство только потому, что вы являетесь наемным работником. Итак, мы учли все налоги, которые вы будете платить. Это что касается вашей зарплаты. Теперь можно сложить вот эти две цифры. У нас получается 3825 плюс 5929 равно 9754. Это общая сумма федеральных налогов, отчисляемых с вашей зарплаты. А ваш чистый доход составит 50 тысяч долларов минус сумма налогов. 50 тысяч минус 9754. Это получается 40 246. Это то, что вы получите После выплаты налогов. Это та сумма, которая получается с учетом федеральных налогов, стандартных налогов и взносов в фонд социального страхования, которые вычитаются из вашей зарплаты фактически из вашего расчетного листа. Если вы живете в штате, где нет подоходного налога или в городе нет местного подоходного налога, ваши отчисления на этом заканчивается. Это и будет ваша чистая заработная плата. В следующем сюжете мы обсудим, какие еще отчисления возможны из вашей зарплаты, если вы живете в штате, где взимается местный подоходный налог.